Ярослав Швердяков только в прошлом году окончил университет, а уже стал владельцем собственной столярной мастерской. Работа по дереву прежде была для него хобби. Начинающий предприниматель специализируется на производстве гримерных зеркал и мебели для салонов красоты. Признается, что в продвижении собственного дела ему поможет полученный в этом году соцконтракт. Получить его, оказывается, очень просто. Практически никаких сложностей нету, то есть не очень большой список документов. Вот, если я подхожу под это, то, соответственно, проблем никаких нету получить соцконтракт. На полученные деньги предприниматель купил новый станок с ЧПУ, а часть средств ушла на продвижение бизнеса. Ведь реклама, как известно, двигатель торговли. Об успехе таких получателей соцконтрактов, как Ярослав, должна знать вся область. Знать и брать с них пример. Так считают в областном правительстве. В регионе планируется совершенствовать систему социальной помощи населению. Должны появиться социальные менеджеры, которые будут помогать каждой семье заключать социальные контракты, будут помогать знать о всех правах их, о всех возможностях для этой семьи. В общем-то, они будут не только контролировать использование средств, например, социальных контрактов, но прежде всего, конечно, консультировать. Соцконтракты и работа социальных менеджеров станет основой регионального проекта «Зажиточная семья». Его мероприятия будут направлены на популяризацию и упрощение получения социальной помощи для семей. По статистике, соцконтракт пока помогает существенно улучшить жизнь менее 10% его получателей. Эта цифра должна значительно вырасти. Снижение уровня бедности, собственно говоря, является главной целью. В соответствии с реализацией нашего проекта мы планируем к 2030 году сократить данный показатель в два раза. А 30% получателей соцконтракта должны открывать свое дело. Планируется, что проект «Зажиточная семья» начнет действовать уже с 1 декабря этого года. Егор Титов, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.